Эти кадры триумфального выступления российской сборной по дзюдо вошли в историю чемпионата Европы, прошедшего в ноябре в Праге. В соревнованиях участвовали около 350 спортсменов из 40 стран Старого Света. В красивом финале двое наших легковесов, товарищи по команде, 23-летний щелковец Яго Абуладзе и Роберт Мшвидабадзе, которому исполнился 31, оспаривали золото между собой. Старший оказался сильнее. Соперник был хороший очень в финале. Соотечественник, и как бы мы с ним уже каждый день на тренировках боремся, мы друг друга досконально знаем. До этого я его выиграл, сейчас он меня поймал на ошибках. Яго Абуладзе представлял Московскую область, а его соперник Мшвидабадзе – Оренбургский регион. Для нашего земляка это первое выступление в новой для себя весовой категории – мужчины до 60 килограммов. К тому же самый многочисленный. В финальном поединке вице-чемпион мира 2018 Мшвидабадзе на последних секундах боя красивым броском вырвал у Яго титул чемпиона. На почетном пьедестале во время исполнения гимна парня переполняли чувства. Гордость, конечно же. Радость, то, что я достойно представляю свою страну. Комментатор отметил абсолютную тишину в финале. На чемпионате практически не было зрителей. Отец и тренер Яго, инструктор щелковского фока Джумбера Буладзе, тоже остался в России. Смотрел бой в прямом эфире с учениками. Даже тренировку из-за этого нам тренер остановил, и мы все вместе смотрели, болели. Конечно, чуть расстроены в финале были, но все равно очень довольны. Очень рады за него, потому что это наш одноклубник, товарищ, друг. Как бы приятно, что у нас такие вот есть победители в зале. С серебряной медалью чемпионата Европы Яго поздравил глава округа Андрей Булгаков. Триумфальное восхождение Яго Абуладзе в дзюдо началось в 2018 году. Он стал чемпионом молодежного первенства Европы, в 2019 победителем Гран-при в Ташкенте. Месяц назад праздновал победу на турнире серии «Большого шлема» в Будапеште. По набранным очкам щелковец поднялся в рейтинге на 8-ю позицию в мире и 3-ю среди европейцев после Мшвидабадзе и испанца Гарригаса. Волевого, целеустремленного, с большим запасом трудолюбия Яго Абуладзе мы застали в щелковском фоке. У спортсмена завершается восстановительный период. А ты помнишь, когда ты первый раз появился в спортзале? Ну, одно из своих немногих детских воспоминаний, вот, которое я хорошо отчетливо помню, это когда отец забрал меня из детского садика и сразу повел меня в зал. Я, получается, я тогда маленький был, не понимал, не соображал ничего. Там ребята занимаются, взрослые, отрабатывают броски, а я просто как маленький ребенок бегал там. Яго – старший сын в семье прославленного тренера Джумбера Абуладзе. Скромный и немногословный. Поддерживает чемпиона, болельщики и спортивная общественность Щелкова. А его мечта, конечно же, побороться за честь страны и нашего города на летних Олимпийских играх в Токио. Михаил Налетов, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.